Я представляю компанию ЭКО-1. Мы производим торговое холодильное оборудование. На данный момент мы производим оборудование со встроенными агрегатами, то есть это встроенный холод. В каждом холодильнике есть свой компрессор, который, собственно, гоняет холод. Но с нового года у нас меняется линейка продукции, и мы будем делать как встроенный, так и выносной холод. И комплексные решения для больших магазинов. То есть будут и витрины, и шкафы, и горки. То есть все оборудование холодильное, которое бывает в магазине, мы будем производить. Каждый холодильник, прежде чем быть упакован, набирает температуру. В нем куча датчиков, таймеры и так далее. То есть он за определенное время должен набрать температуру. Тогда он проходит ОТК. Ну и, собственно, внешний осмотр, конечно, тоже производится. Производство находится в Подмосковье, деревне Есипово. У нас в каждом городе есть представители, то есть склад небольшой, есть даже в самых отдаленных частях нашей страны. То есть если вам нужно куда-то в далекие отдаленные места отправить что-то, возможно, оно там уже есть. Приехал на выставку, собственно, посмотреть людей, себя показать. Очень понравилось совместное участие на стенде с компанией Retail.ru. Творческая команда, которая подкидывала друг другу людей. Мы прямо на местах менялись визитками. Очень интересно. Нам, в общем, очень понравилось. Результаты весьма впечатляющие. Естественно, тут были и мероприятия, на которых можно было встретиться с людьми из торговых сетей. И они, в общем-то, ходили по залу. Было довольно много людей, как, в принципе, на выставке. Я ожидал, что будет меньше людей, если честно. Ну, в общем, в целом, всем довольны.